привет, с вами Данил Кино. И хотите, я вас предупрежу? Если что, ждите всяких приколов в волках-апокалипсисах. И мы начинаем. Сегодня я вам покажу три очень классных ключи генератора. Ну, очень классные. Так. Ну, очень крутые. Это на версию 1.16. Это версия 1.16.4. Самый последний снапшот. Он и работает на версию 1.16.3 и на 2. Но мы не для этого. Пишем. Очень прикольное слово. Вот это ключ генератора Сида, это земля. Потом нажимаем готовную. Можете выбрать любую сложность. Создаем новый мир. Летаем, ждем. Я пока это все перемотаю. Или вам не перемотывать. Опка. Кстати, у меня есть собачка Буська. Но я ее покажу, когда наберем 150 подписчиков. 150 подписчиков. Подписчиков надо 150. Иначе я покажу вам эту собачку. Да, да, собачка моя. Моя собачка. Ты моя собачка. О, ты моя собачка. Пойдем в видосики. Хочешь в видосик попасть? Хочешь в видосик попасть? Хочешь в видосик? Хочешь в видосик попасть? Хочешь? Хочешь видосик? Да, Бузика хочет видосик. Бузика хочет видосик. Когда быстренько набирайте 150 подписчиков и все. И подпишитесь, если вы хотите ее. И мы появляемся вот такой вот деревеньки. Вот такой вот деревеньки. Я ее уже всю посмотрела. Да, тут не одна деревенька, а целых две, если мы пролетим. Да, вот, ну, чуть-чуть подальше или не чуть-чуть, как вам удобно. Где-то вот сюда или, а, не сюда. То можно увидеть еще одну деревню. У меня прогрузка чанков 9. Кстати, тут много лавовых озер, там пожар начался. Вот если мы пролетим туда еще, то можно заметить еще одну другую деревню. Это что такое? А, это еще не та. Но куда-то очень долго ходил, бродил, я еще тут выживал, и я ее нашел. Но я не вру, я реально видел вторую деревню. Она была тоже таежной. Что-то ее и не вижу. Ну и ладно, нее. Переходим в режим наблюдателя, и если мы опустимся, так мы должны в своей деревне вернуться. Где наше место спавна? А, Буся? Так. Где тут есть шахта. Только надо к деревне. Около деревни есть шахта. Вот, деревни. И вот мы попадем немножечко вниз, и вот шахта. Главное, пещерных звуков не будет. И вот у шахты много каньонов. Конечно, это пещерные каньоны, они не будут торчать. И где-то я портал еще видел. Ну, где-то здесь и еще здесь по спавнер толчал. Где-то у гор. Ну, где-то здесь он. Был портал. Вот где-то здесь. Где-то здесь еще и спавнер был. Ну, можете сами посмотреть, только я еще что-то не договорил. Ну, а мы переходим к другому Сиду.
А следующий ключ генератора довольно-таки странный. Вот настолько он странный. Без тире никак. Одна буква уберется и все. Готово. Творческий создать новый мир. Я еще на вид. Я его плохо смотрел. Я только на нем увидел одну деревню, все. А пока грузится, я все перемотаю. Дядя Будька, дядя, перемотаем. Ты моя Буська. А хотите, я прямо сейчас покажу? Ну, наберем 10 подписчиков, я покажу свою комнату. Я только буду вот эту окружающую среду в прокольчиках показывать. Ладно, все грузится, все подключение к миру. Сабуська, тебе так удобно? Пока что мы ничего не видим. Обычный лес. Но я помню, там еще очень одна интересная штучка была. Мы пролетаем около этого леса, и мы видим деревеньку. И мы в ней можем заметить церковь. Кстати, в Волках Апокалипсис я использую такую деревню, только я ее перестроил. Помните, тут куб был, тут бы дом, тут бы... Помните, вот это дерево помнит, наверное. Тропинку, как я ее асфальтую. Там дерево, вместо него фонтан был. Вот домик. Огород. Вот это все. О, господи, как лагает. Пусть слезай, дай. Ты хочешь, слезай. И вот мы немножечко пролетим горы. Ну как немножечко, Что-то уже... Либо это 1.16.4, либо я не понимаю. Где-то тут должно быть болото. Ну, что-то нету. Так, быстренько летим. Вот болото. Вот где-то здесь, вот он. Вот домик ведьмы. Надо ее убить. Я быстренько. Ну что, ведьма, тебе конец. И котика освободи, Котик, ты где, алло? Вот он ты, котик. Буся, тихо. Тихо, Буся. Тихо, Буся. И вот если я еще чуть-чуть пролечу, вот прямо буду лететь, я быстро зелье выпью. Все, хватит, а то мы уже накайфовались в этих струпаках. О! Кстати, я тут уж такую штучку нашел. А, мне показалось, что это гравий. И тут можно искать всякие гравии и его сыпать. А, это пчелы? Да, это пчелы, где-то ули есть. Я думаю, что это кто-то зомби или там еще. Ну, а на этом сиде хватит. И еще один последний щит, сид. Он будет очень странным. Зато очень крутым. Но, наверное, бесполезным. Он даже уже дурацкий, этот сид. И он так и называется. Дурак. Все, пишем дурак. Пишем готово. Создать новый мир, грузится с Буськой. Нить. Я его в прикольчиках покажу, да? Тебе в прикольчиках покажу. Я Буську в прикольчиках покажу. Кстати, наберем 500 подписчиков. Я буду выпускать некоторые серии в реальной жизни. Чем больше подписчиков, тем чаще будет выпускаться.
Пока что 4 подписчика, ничего не... О, и вот мы загренировались. И уже мы поворачиваем в голову. И перед нами высокие березы. Нам мне говорят, что высокие березы — это редкий биом. И мне казалось, или около этих берез есть деревня. Вот полетать. Я пока это все перемотаю. Вот что под землей. Очень красиво. Кстати, тут каньон есть. Вот он, каньон. Он маленький. А это не ж. Вот так вот он выглядит. Вот так вот пещера выглядит. Вот такие вот красивенькие. Вот алмазики там. Я смотрю наверх, вообще мне кажется, деревья летают. Может быть, не жужжи вода. Так, тут обсидиан творится. Ладно, вылезаем. Так. А тут чанки еще не прогрузились. Ну тут горы. И об этом вроде больше ничего не рассказывают. Да, вроде больше ничего нет. Только прикольные пещеры и все. И вот такое забаганное дерево. Нет, не забаганное. А, нет, не забаганное. Ну, на этом си... А, ну, понятно. Ну, на этом сиди, можно поиграть, кое-что там, бла-бла-бла. Но сид очень классный. Кто хочет поиграть? О! А что ты делаешь? Что ты творишь тут? Ну, на этом можно закончить. Ну, а с вами был Данилкин. И мы наберем лайков 3 для новых сидов. Пока я буду их искать. Кстати, болото. Давайте посмотрим, что там. Вдруг там что-нибудь есть. Ну, на этом можно уже закончить. Да, никаких. Нет, ничего. Ну, на этом можно закончить. Наберем лайка 3 для продолжения. Пока вы будете набирать, я найду лайки. О, фу ты, сиды. И подпишитесь. И поставьте лайк. Полистаю чуть, ну, капельку вниз. Ну, а с вами было Данилкино. И всем пока!